Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Калиниченко. И сегодня я тебе покажу тренировку на кисть в домашних условиях. Тебе нужно будет минимум инвентаря. Подписывайся обязательно на мой канал. Я здесь для того, чтобы помочь тебе стать сильнее. Поехали! Первое упражнение в полноценной тренировке кисти дома – это имитация ручки Лората и работа под верх. То есть нам нужна вот такая вот трубка, любая трубка. Значит, мы ее зацепаем за нижнюю часть. Значит, оборачиваем кисть, зацепаем сверху, и у нас получается полноценная нагрузка как бы под борьбу верхом. То есть у нас работает приведение кисти к себе, то есть и скручивание. То есть и поехали. Делаем где-то на 15 повторений с задержкой 2 секунды. Раз. Раз. Супер! Делаем это упражнение 4 подхода по 15 где-то повторений. Можно делать 15, 12, 10, 8 повторений. Или добавляем еще одну резинку, или отдаляемся, чтобы увеличить нагрузку. Итак, друзья, второе упражнение. Та же самая трубка, резинка, имитация ручки Лората. То есть только мы зацепаем уже сверху, проводим по кисти под низ. И у нас уже работает с вами как бы супинация, скручивание кисти. То есть контроль, контроль вот здесь у нас происходит. И так же самое мы скручиваем. 2 секунды задержки, раскручиваем. Супер! Сейчас я именно так и тренируюсь. Последние 2-3 недели чувствую, руки стали намного жестче, потому что работа происходит с резинкой. Третье упражнение. Используем все же ту трубку, продеваем, зацепаем и получается скручиваем к себе. Так же самое, закрутили, 2 секунды задержка, вернули назад. Закрутили, 2 секунды задержка, вернули назад. То есть очень простое упражнение, также делаем на 4 подхода, 15, 12, 10, 8 повторений. Естественно, с каждым подходом или добавляем резинку, или чуть-чуть отдаляемся назад, делаем нагрузку тяжелее. Поехали. Итак, четвертое упражнение, это одно из основных упражнений, если у вас нету спарринг-партнера. То есть это имитация борьбы, такая статодинамика будет. То есть нам нужна та же самая трубка, продеваем. Делаем вот так, как в предыдущем упражнении. Закручиваем. И в статике мы делаем движение. Возвращаемся назад. Задержка может быть 3, 4, 8 секунд. По вашим ощущениям. Я обычно задерживаю около 5-8 секунд. Итак, делаем это упражнение на 4 подхода, где-то по 8-10 повторений, по вашему ощущению. Также регулируете нагрузку с помощью резинок, или добавляете резинку, или чуть-чуть отодвигаетесь назад, увеличиваете нагрузку. Это реально полноценная тренировка с вот такой вот трубкой и резинкой в домашних условиях. Друзья, спасибо вам за просмотр. И если тебе понравилось это видео, сразу же ставь свой лайк. Делай эту тренировку один раз в неделю и прогрессируй как чемпионы. До встречи в следующих видео.